снижение аварийности на 100 километров до 33%. Руководитель предприятия, обеспечивающего Шымкент питьевой водой и регулированием канализационной системы, рассказывает о проводимой работе и делится перспективами на будущее. А самое главное, дает пояснение по предлагаемому повышению тарифа. В году 1 литр воды 4,7 тиенов стоили. Мы сейчас парашютом еще будет рассматриваться повышение. Предусматривается, начиная с 2015 года, 1 литр воды 5,3 тиен. Ну, в 2019 году должен возрасти 1 литр воды 8 тиенов. 8,4 тиена. На общественном слушании обсуждали не только тариф. Говорили об изношенных трубах в подвальных помещениях многоэтажек. Домкомы на перебой принялись хвалить работников на своих участках и руководство водные ресурсы и маркетинг. Говорили и об обновлении системы водоснабжения и канализации. Большинство, как заменили на пластмассовые трубы, в квартирах у всех песок. До каких пор вы хотите поднять цену, а вы элементарно не можете что-то сделать? Уберите песок. Хорошо, отвечу. Два года я, стояки, которые специально для стояков должны отстойники быть, взяли, срезали, вот такой фильтр поставили. Давление в квартирах упало, блин, вызываешь, это у вас проблема, утечка. Какой адрес у вас? Колдоякова. Колдоякова какой? 18, 16, 24. Я заменила канализацию на эти пластиковые трубы в двух подъездах. Слава Богу, я никакой заботы по очистке вот этой канализации не знаю два года уже. Вот до колодцев у нас, там все заросло в колодцах. Канализацию? Конечно. Нет. Вы-то проверили. У нас четвертый дом, третий микрорайон. Я что-то не вижу, чтобы эти колодцы хоть когда-то почистили нормально. Людей старшего поколения больше беспокоит запас воды, нежели рост тарифа. 24 года тому назад мы вдвоем делали расчет. В этом расчете было, что Шымкентская вода хватит только на 500 тысяч населения. Сегодня население выросло 900 тысяч. Где ты берешь воду? Что вы делаете, чтобы в будущем наши внуки, дети без воды не остались? Пожалуйста. Пришедшие стали возмущаться, мол, не стоит отходить от главной темы общественного слушания. Сопоставление Караганда, там, Актау, Атрау, то вы поймите, в Атрау зарплата средняя 100 тысяч, а у нас 20-30 тысяч. У нас очень маленькая зарплата. Давайте еще сопоставим с Европой. Если там 3000 долларов получают, а мы получаем всего 200 долларов. Это тоже надо иметь в виду. Напомним, тариф на услуги водоснабжения был поднят в начале 2014 года на 10%. Не прошло и года, как монополисты вышли с предложением поднять тариф на воду. Если проект роста тарифа будет утвержден в конце ноября, то уже со следующего 2015 года за один куб воды потребитель будет платить 53 тенге 48 тиен. А с 2016 по 2019 годы рост тарифа каждый год будет расти на 12%.